Tere, Maksim! Tere, tere! Kuulsin, et saavutasid Guinnessi rekordiraamatus ühe väga vahva asja. Et mis asi see täpsemalt oli ja millal see toimus? Это был рекорд Гиннесса, да, я установил его в Spot of Tallinn 20 июня 2016 года. Суть рекорда заключалась в том, что я делал обороты в стойке на руках вокруг своей оси. Вау, see on midagi väga vinget. Но официальное подтверждение и диплом Гиннес прислали только недавно, буквально пару дней назад. Вау, see on küll ääretult põnev, aga mis sa täna siin tegid? Сегодня я выполнил один очень опасный, серьезный трюк. Это было четверное сальто с поворотом на 180 градусов. Этот трюк выполнялся в Эстонии впервые. Вы и сами сможете убедиться в сложности наших трюков, посмотрев видео на их туле. Maksim, mul on sulle nüüd üks viimane küsimus ka veel, et mis on sinu soovitused algajale, hüppajale? Начинающим, во-первых, я бы посоветовал делать очень хорошую разминку, потому что все мышцы, все суставы должны быть очень хорошо размяты перед трюками. Ну и, конечно же, самое важное приземление на подушку – это приземление на спину. То есть вы должны приземляться точно на спину. Suur tänu sulle, Maksim, ja soovime sulle palju edu. Ja, aitäh!